приветствуем зрителей НБЛ. С нами игрок команды «Оплати» Виталий Завадский. Расскажи свои впечатления после игры. Да, позитивно все. Выиграли. Это важно было для нас. Какая-то победа в этом чемпионате, поэтому все хорошо. Следующая встреча вашей команды будет с конкурентом Mr. Magic. Какое итоговое место для вас будет как топовый результат? Хотелось бы занять место выше Old Boys или Old School, но я думаю, что за ними тоже будет неплохо. Летом вы играли двумя составами «Оплати» в разных летних соревнованиях 5 на 5. Как у вас уживается такое количество людей на тренировках? Ну, если мы побеждаем, значит, все очень хорошо. Это одна большая команда. Все получается у нас. А каким образом у вас комплектуется состав на каждую игру? Не знаю. Я там есть, а остальное надо уточнять у Володи. За счет чего получился такой результат игры? Из-за индивидуального уровня игроков или из-за тренерско-тактических идей? За счет того, что мы, наверное, не подготовились или не исправили настрой, вышли в первые четверти, потом собрались, смогли дожать. Наверное, это настрой, потому что все ребята уже не первую игру проводят. Настрой и вот немножечко везения. Спасибо за интервью, поздравляю с победой. Спасибо.